К другим темам. Стоимость ОСАГО в этом году увеличится. Некоторым категориям автомобилистов придется платить за полис сразу на 80% больше. На это есть как минимум три причины. Первая. В апреле изменится система подсчета коэффициента бонус-малус. Тем, кто спровоцировал больше двух аварий за один год, придется раскошелиться. Зато автомобилисты, не попадавшие в ДТП в течение 10 лет, получат скидки. Кроме того, страховщики планируют увеличить выплаты по ущербу жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Это также отразится на цене полиса. Помимо этого, осенью отменят учет износа транспорта при расчете выплат. Это значит, что при ДТП водители будут получать не заниженные суммы на ремонт авто, а соизмеримые с рыночной стоимостью ущерба. Эта мера также спровоцирует подорожание полиса примерно на 30%.